Ну, вот как-то так. Значит, есть некоторые представления о том, что вне меня. И я о них чего-то знаю и себе представляю, и исходя из этих моих представлений, чего-то делаю. Ну, делаю, исходя именно из тех действий, которые я знаю. Больше ничего у меня нет. Я только такие действия могу делать. А управление – это есть всего лишь добавление вот этих плюсов в третий раздел и в пятый. То есть, если я человека оснащаю какими-то знаниями более подробными о том, что есть в реальности, и если я ему предлагаю какие-то действия, которые ему пока неизвестны, ну, собственно, вот и все управление, больше ничего. Ну, как-то так.